Где мой коктейль? Нет, Джозеф Скотт, которого хочет любая женщина. Неужели у тебя нет других принципов жизни, кроме потворства своим желаниям? Знаешь, мне не нравится смотреть на себя твоими глазами. Мне не интересно, довольна ли ты. Главное, чтобы доволен был я. Джо Скотт, это Ричи Смит, самый популярный молодой режиссер Голливуда. Привет, Дэйв. Как дела, приятель? Джо? Почему ты ничего не делаешь, Джо? Wounded boy with just enough meanness in him to keep the girls interested. Как ты можешь выбирать между Брайаном Ферри и Дэвидом Боуи? На одну минуту. Ты считаешь, что такой подход обычно срабатывает? Что? У тебя вся шея в засосах. Ты действительно удивляешь меня, Джо Скотт. Посмотри на себя в зеркало в следующий раз, когда будешь нюхать. Ты хочешь меня унизить? Почему ты не сказал мне об этом по телефону? Нигде. Никто больше не заинтересован, Джо. Я не хочу уходить. Делаешь так, как я говорю, убирайся. Люди устали от твоего жалкого поведения. Они больше не хотят быть рядом. Все кончено. Ты кончился. Это Мина. Она моя. Привет. Ты правильно сделал, что это позволило тебе сделать то, что ты хотел. Или может быть то, что мне казалось, что я хотел.